Дорогие друзья, я нахожусь в очень интересном месте. В том месте, где произошло сражение, где маленький юноша, молодой человек, встретился с Голиафом. За моей спиной находится гора, там находились филистимляне. Здесь находились армии Израиля. И где-то вот здесь посередине, где мы сейчас находимся, произошло сражение. Сражение Давида и Голиафа. Историческое сражение, которое кардинально изменило жизнь Давида. У каждого человека в жизни должно быть одно великое сражение. Как у Давида это случилось? Одно великое сражение, которое изменило весь ход его жизни. Многие узнали, стали говорить о Давиде, но он прославил Господа. Его война была не война с человеком, его война была духовная война. И сегодня мы находимся здесь. Мы говорим, это Израиль, мы говорим, какое благословение находится здесь. Но теперь здесь, где было сражение Давида и Голиафа, мы находимся, и здесь находится наш телепорт. Наш телепорт со спутниками, с тарелками. И отсюда поднимаются наши сигналы нашего телеканала на спутник из Израиля. С того места, где происходит сражение Давида и Голиафа, происходило сражение. И сейчас отсюда у нас поднимается наш сигнал и идет на спутник, и вещается со спутника. И не просто он отсюда собирается, он компонуется, наши программы собираются вместе и образуют 4 телеканала CNN, которые вещаются по всему земному шару. Но не просто 4 канала. Пойдемте сюда. Здесь есть мега большие тарелки. Посмотрите, пожалуйста, вот на это гигантское сооружение, размером с 10-этажный или даже 15-этажный дом. Высоченное сооружение, гигантская тарелка, и с нее идет эфир на разные спутники. И фактически в Израиле самое удобное место, откуда можно достичь почти все спутники, которые видимы. Конечно, на Америку мы отсюда не поймаем, но мы отсюда вещаем везде. От Дальнего Востока, от Японии до Испании, Исландии и даже частично Северную Америку можем покрыть сигнал. Такая вот хорошая атмосфера. Самое удивительное, то, что мы находимся в том месте, где Давид и Голиаф сражались. И это именно происходило здесь, долина Дуба. Вот она, это долина Дуба, в которой происходило это знаменательное, величайшее сражение в истории. И отсюда образуются наши сигналы. Но если мой оператор сейчас сделает такое любезное дело, покажет еще несколько тарелок, и покажет мега большую тарелку, на которой мы сейчас находимся. Просто посмотрите, это гигантское сооружение. Вот это просто очень-очень большая тарелка. И мы сейчас находимся рядом с нею. Если бы вы только могли представить, какой мощности. Эта тарелка постоянно находится в движении, в поиске спутника, корректирует орбиту. В общем, потрясающе и интересно. Ну что интересно, рядом мы видим, как возделывают землю местные фермеры, и они культивируют, и тут же произрастает пища для Израиля. Ну что ж, в одном месте мы что видим? Мы видим первое. Идет сражение Давида и Голиафа. Пища. И, конечно же, духовная пища по всему миру. Такая радость. Я благодарю каждого из вас за ваше участие, за вашу любовь, за вашу поддержку, за ваше партнерство. Вместе мы многое можем сделать. Благодарю Господа за вашу верность в проповеди Евангелия. Вместе мы проповедуем Евангелие по всему лицу земного шара. Благодарю вас, благословляю именем Иисуса Христа. Спасибо за ваше участие. Спасибо, что помогаете нам отсюда вещаться по всему земному шару. Максим Максимов из долины Дуба, где Давид поразил Голиафа, возле этих мега-тарелок, с любовью приветствуем каждому человеку и с благодарением. Бог да благословит вас. Мы находимся сейчас возле контрольной комнаты, откуда образуются 4 наших телеканала, и которые мониторятся с утра до вечера круглосуточно, чтобы вы могли получать хорошую картинку со спутника, чтобы было хорошее изображение. Поэтому мы находимся в очень потрясающем месте, техногенное, все есть такое навороченное. Но самое главное, что Слово Божие проповедуется по всему лицу земли. За моей спиной гигантская тарелка, которая направлена на спутник. И чтобы вам почувствовать размер, мне нужно отойти назад. И она действительно очень-очень большая. Она не просто большая, она гигантская. Мы вещаемся с разных мест, и нам иногда требуются невероятно большие размеры для того, чтобы сделать что-то потрясающее, нужно что-то сделать большое.
why I say it's about 8 floors. А потом я начну отходить, чтобы ты пропорции, ты на коленку встанешь? Угу, хорошо. Все, пишу. Ты идет секунда? Да. За моей спиной гигантская тарелка, которая направлена на спутник. И чтобы вам почувствовать размер, мне нужно отойти назад. И она действительно очень-очень большая. Она не просто большая, она гигантская. Вещаемся с разных мест, и нам иногда требуются невероятно большие размеры для того, чтобы сделать что-то потрясающее, нужно что-то сделать большое.